Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в клубе «Джимстайл», и сегодня мы покажем передачу, которая будет интересна для тех, кто любит джим. Мы покажем вам несколько секретов, как увеличить свой результат в джиме. Первое. Мы будем жать с бруска. То есть вы ставите вес, который примерно на 15% больше вашего рабочего разового максимума. Берете брусочек, берете сначала, который повыше, и ставите вес. Придерживайте, обязательно, конечно, нужен напарник, страхующий, и тот, кто будет держать брусочек. И работаем. Это упражнение позволяет доработать верхнюю фазу жима. Как мы знаем, жим состоит из двух фаз. Срыв, штанги и дальше дожим. Сейчас мы вам покажем несколько упражнений, которые будут помогать вам увеличить как раз результат дожима. И потом мы покажем вам несколько упражнений, которые помогут вам именно сделать срыв штанги. Придерживайте брусочек и работаем до касания. Вес большой, страхующий, придерживаясь с той стороны. Коснулись и вышли. Мягенько, плавно опускаете и выжимаете. Здесь не надо делать никакую паузу, только в касании работаете. Коснулись и выжали. Когда у вас уже хорошо получается, делайте это минимум на 3-6 повторений. Вот в этом разовом диапазоне работаете. Когда вы освоите хорошо опускание, берите уже меньше брусочек и опускайте уже ниже. Точно так же работаем, берите что-то. Если у вас нет бруска, приспособьте там, я не знаю, либо бутылку с-под воды наберите 2-литровую, а потом возьмите меньшего объема. Либо, если можете, там, кто жмет, кладите несколько блинчиков, пятерочки, они по весу будут небольшие, человек удержит их. И по высоте, соответственно, 3 блинчика, потом 2 блинчика. Следующее упражнение, которое также поможет вам отработать верхнюю фазу жима. Это жим с цепями. Вот наши любимые цепи. Одевайте. Таким образом, чтобы они касались пола. Суммарная масса, то есть суммарная масса снаряда, цепи плюс блины, должны примерно соответствовать 80-85%, чтобы вы смогли выполнить раз на 5-6 это упражнение. Это лучше всего. И делайте таких 3-4 подхода. Во время опускания штанга опускается очень легко, цепи, звенья цепи опускаются на пол. По мере выжимания вес будет увеличиваться, что позволяет, конечно, увеличивать именно вот этот срывной момент. Работайте на 5-6 повторений. Обязательно ищите, чтобы у вас был страхующий помощник, потому что когда вы работаете на 5-6 повторений, вес снаряда достаточно большой. Еще одно упражнение, которое опять-таки увеличивает верхнюю фазу, ведет к привыканию сухожилий связок, это удержание веса, большого веса, просто удержание, на 10-15 секунд. Мы надеваем разовый максимум плюс еще 10%. Допустим, если вы жмете 100, одевайте 110. И на 10 секунд старайтесь удержать. Конечно, руки страхующего будут придерживать, чтобы вы не боялись. И в эти 10 секунд мощно упираетесь и держитесь. Со всех сил держитесь, чтобы удержать этот вес. Первое упражнение – это пауза. Вы опускаете снаряд, удерживаете 3 секунды на груди. После этого мощный взрыв наверх. Плавное опускание, 3 секунды удержания и мощный взрыв наверх. Обратите внимание, что здесь вес снаряда должен быть меньше, для того, чтобы вы качественно выполнили удержание. Тоже работайте от 3 до 6 повторений, вот в этом диапазоне. Можно также делать это упражнение, не одну паузу выполнять, а 2 паузы. Внизу на груди, как раз у каждого своя расположение, вот эта мертвая точка прохождения, там у кого 5 сантиметров, у кого 10. И в этой точке опустили на груди, продержали, первая пауза. И вторая как раз вот в этой точке удерживайте. Удерживайте тоже 3 секунды и после этого дожим. Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь, жмите побольше, жмите лучше, помогайте другим. Всего доброго, пока!